Добрый день. Значит, моя лекция посвящается портрету. Портрету людей и львов. Почему львов, я объясню немножко позже. Я очень много путешествовал и во всех музеях делал фотографии различных портретов в скульптуре, в живописи, фотографии. И буду рад поделиться этой коллекцией с моими слушателями, с моими зрителями. Портрет – это, в общем, голая часть тела, которая выражает абсолютно все. Вы можете видеть характер человека, вы можете видеть его эмоции, и вы можете чувствовать его энергию. Вам возвращая ваш портрет, я любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Начинаю я с фильма. Я возвращаю вам портрет. В этом фильме очень много красивых лиц, красивых женщин. И я думаю, что это начало интересное моей лекции. Возвращая ваш портрет, я любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.